2000 какой-то второй или третий год Алсу на новой волне. Это нужно увидеть. Внимание. Я жду тебя, как звезда, веду тебя и тогда. Мне кажется, что плывут облака подо мной. Иногда зову тебя. Время не властно над Алсу, и она тоже сегодня в Сочи рядом с Лизой. Давайте посмотрим на нее. Лиза, представь нам свою очаровательную гостью. Встречайте, Алсу, певица и многодетная мама, а еще отличная женщина. Спасибо. Извиняюсь, привет, девушка. Андрей. Привет всем, привет, студия, привет, Россия. Привет, поздравляем с тем, что ты стала членом жюри, и поздравляем с тем, что у тебя третий ребенок. Это вообще тоже в такой форме. Спасибо, спасибо. Браво! Много событий в последнее время. Спасибо, очень счастлива быть здесь. Это недолгое время отсутствовала, но просто счастлива, что я вернулась сюда. Расскажи, пожалуйста, вот у тебя, как я знаю, три ребенка, да? Да, у меня две девочки и мальчик. Взяла ли ты кого-нибудь сюда, на новую волну в Сочи? Ну, к сожалению, девочки в школе, они не могут пропускать, а маленький еще слишком маленький. Так что, может быть, в следующем году. Ты заделала мне за больное место, школа. Кстати, пропускаешь, да, я смотрю? Пропускаю. Раскрыли мою самую-самую страшную тайну. Ну, ничего, я думаю, учителя с пониманием отнесутся, да? Все-таки ты у нас такая звезда уже. Захвалили. Расскажи, как тебе атмосфера, атмосфера Сочи этого года? Ой, атмосфера отличная, погода замечательная, настроение, все улыбаются, все счастливые. Я, ну, как бы год почти отсутствовала, поэтому я каждый день хожу на концерты и смотрю, и слушаю все песни, хоть чтобы понять, что я пропустила вообще за этот год. Вот. Мне все очень нравится. Спасибо огромное, рада тебя видеть в потрясающей, потрясающей форме. Мне кажется, ты даешь стимул всем женщинам России увеличивать генофонд и выглядеть так, как ты. Сейчас короткая реклама. Впереди Николай